Работу казахстанских ветеринаров оценили на самом высоком уровне. В Париже в Международном эпизоотическом бюро вручили 5 сертификатов признания Казахстана страной, свободной от ящура. И также наша республика официально признана свободной от африканской чумы свиней. Вспышки этой болезни были зафиксированы с начала года в России и Китае. Новые статусы открывают больше возможностей для экспорта отечественного мяса и молочной продукции. Так, уже в ходе Ассамблеи Международной организации по охране здоровья животных переговоры с нашей делегацией провели представители 20 стран. Малайзия, Гонконг, Япония и ряд других государств выразили интерес к казахстанской продукции. На протяжении нескольких лет Казахстан все больше вовлекается в нашу работу с большим желанием для того, чтобы иметь возможность применять наши стандарты на национальном уровне. И сегодняшнее вручение сертификата, которое признает сделанные усилия, является отличным символом того, что вложенные старания приводят к успеху. Я думаю, что Казахстан может стать интересным примером для всех стран региона. От каждого ветеринара страны требовалось внести свой вклад. И вот вы видите, что мы достигли успеха. Казахстан является страной, свободной от ящура. И я могу вам сказать, что это очень важное достижение, потому что на сегодняшний день не все страны, которые имеют большой потенциал именно в торговле животноводческой продукцией, обладают такими статусами.